вопрос, на который я хочу ответить. Это по поводу как раз-таки того, что я сказала о том, какие должны быть со мной люди. И тут мне девушка написала: «Мира, пожалуйста, поясни, напиши поподробнее, что ты имела в виду, и про ментальный уровень». Окей. Давайте я отвечу так, что я хочу, чтобы меня окружали люди, которые понимали, что нахождение в привычной для них зоне комфорта – это не есть хорошо. Это ведет к неудачам. Когда я говорю о том, что человек должен быть ментально развит, это не говорит о том, что у него должно быть 25 образований, он должен быть невероятно начитанным и так далее. Нет. Это говорит о том, что такие люди ставят высокие планки достижений, то есть у них не низкий уровень достижений, а высокий уровень. И такие люди всегда наполняют, такие люди воодушевляют, такие люди излучают положительные эмоции, хороший правильный настрой, улыбку, любовь к этой жизни. И такие люди, как правило, конечно же, они интересуются этой жизнью, они интересуются всем тем, что их окружают. Это люди, которые любят читать, любят путешествовать. И поэтому было бы странно, если бы я сказала как-то по-другому, потому что я себя считаю интересным человеком, я люблю проводить работу над собой, я люблю заниматься самоанализом, я это делаю постоянно, это делаю каждый день, и поэтому я снимаю целые такие ролики, потому что я понимаю, что если я получаю такие вопросы, значит, это здорово, значит, я все-таки как-то где-то до кого-то достучалась, и я считаю, что задача блогера, наверное, в этом и должна быть. Не просто показывать какую-то косметику либо шмотки на себя примерять, нет, а что-то гораздо глубже должно быть. И когда я выбираю друга себе по жизни, либо же спутника, то этот человек должен быть интересным, с этим человеком должно быть интересно идти по жизни. Только тогда вы будете меняться, только тогда вы будете становиться лучше. В христианстве, например, люди, ну вот встречаются пары, мужчина и женщина, для спасения, во спасение. Не просто вот мы встретились, тут детей нарожали, вот как бы так надо, нет. Очень много семей, которые не могут родить деток, например, но они держатся за руки, они идут по этой жизни вместе, бок о бок, и они не просто так друг другу были посланы. Так вот, я считаю, что друзья и люди, которые встречаются на нашем пути, они не просто так. И, может быть, даже этот ролик, который вы смотрите, он не просто так, вот вы его сейчас именно смотрите. Может быть, он нужен для того, чтобы как-то пересмотреть свою жизнь, либо взглянуть на нее под другим углом. И я верю в это. Я сама иногда, знаете, бывает, включаю какие-то ролики, начинаю смотреть и ловлю себя на мысли, что а ведь это я не просто так его смотрю. Это нужно мне было, именно сейчас мне это нужно было. Следующий вопрос. Мира, пожалуйста, расскажи, как ты справляешься с негативными эмоциями. Я часто вижу, как тебя на YouTube. И еще, пожалуйста, как ты прощаешь людей. Насчет негативных эмоций. Все очень просто. Любые негативные эмоции, они ведут к саморазрушению. И нет ничего хорошего, если мы зацикливаемся на негативе, культивируем его у себя внутри, потому что это ведет к болезням, это ведет к плохому самочувствию, состоянию и все. Когда вы это поймете, вы просто начнете включать такую кнопочку у себя где-то внутри, что так, стоп, вам это не нужно, вы хотите от этого максимально абстрагироваться, уйти и все. Но здесь нужно такое четкое принятие, осознание того, что вы действительно не хотите в этом негативе жить. То есть вы должны для себя сами это понять и принять, и все, тогда будет очень просто. Вот если вы что-то такое послушали, уловили, вам это понравилось, остановите, вот нажмите на паузу и подумайте. Вот я так люблю делать, особенно когда к Рыгину смотрю, монахиню, я всегда останавливаю и перевариваю то, что она мне сказала, потому что я ловлю в себе столько недостатков, и я понимаю, что я не хочу, чтобы они во мне были, я хочу стать гораздо лучше, и все. Я начинаю над собой работать. По поводу прощения. Скажу не свою фразу. Помню, пришла на лекцию батюшки, и у нас была лекция о православной семье. И там батюшка сказала такую фразу, что люди, научитесь прощать. Вот вы говорите самому любимому человеку, что вот я тебя простил.
ты мне причинил боль, я тебя простил. Хорошо, если ты его простил, почему при следующей ссоре ты ему напоминаешь о том, что он тебя когда-то обидел? Ведь ты же ему сказал эти слова «я тебя прощаю». И тут я опять же себя ловлю на мысли, что, боже мой, да я всегда так поступала. Я вроде бы говорю человеку, что я тебя прощаю, при этом, когда он меня снова обижает, я тут же вспоминаю все то, что у нас было до, и как он меня обижал, и как он мне причинял там какую-то боль. Душевную, моральную, неважно. Так вот, я все это умудрялась напоминать. Но ведь это не есть хорошо. Это же говорит о том, что мои слова пусты. Если я человеку говорю, что я тебя прощаю, я тут же припоминаю. Нет, а я не хочу, чтобы мои слова были пустыми. Я не хочу. Я хочу работать над этим. Любовь — это жертва, и, пожалуйста, пожертвуйте вот своим эгоизмом, своим «я», своим желанием уколоть человека, перешагните это, поборите это в себе, и тогда вы увидите то, что вы стали гораздо лучше, гораздо сильнее, вы начнете сами себя уважать. Мне написала девушка в директ, и знаете, этот вопрос мне очень понравился, и я редко вообще когда-либо получаю такие вопросы. Понравился ролик про привычки, хочу еще. Мира, я пишу закрытой страницы по многим причинам, но одна из них, мне стыдно признаться и себе, и тебе в том, что я получаю удовольствие от критики. Я люблю твои ролики, они меня меняют. И если я пишу, значит, уже нахожусь на правильном пути. Ведь так, я часто с подругами обсуждаю кого-то, мы смеемся, и я от этого всего получаю удовольствие. Ты говорила про злорадствие и как с этим бороться. Я уверена, что так поступают многие, вот только боятся себе в этом признаться. Люблю тебя за твою открытость, таких блогеров очень мало. Ты действительно меняешь людей, ты такая, какая есть, помоги, пожалуйста, стать лучше. Знаете, когда я читала это сообщение, я честно могу сказать, я расплакалась, потому что, когда человек умеет признавать то, что в нем есть что-то плохое, и он хочет это побороть, мне кажется, это очень-очень дорогого стоит, потому что я сама знаю, как это сложно. Давайте так, отвечая на этот вопрос, я хочу, чтобы у нас была обратная связь, потому что для меня это очень важно. Вы можете ничего не писать мне в комментариях, но вы должны ответить самим себе, потому что, ну, тогда будет отдача, я в этом больше чем уверена. Как вы считаете, все ли идет из детства? Я могу сказать, что все идет из детства, и не потому, что я по образованию детский психолог, и нам так говорили в университете, и потому что так было написано в книжках, нет. Я скажу больше. Когда я услышала эту фразу, я восприняла ее достаточно так в штыки, потому что у меня есть очень много примеров, которые опровергали данное высказывание. И, конечно же, я тогда, на тот момент, не могла с этим согласиться, быть согласной. Но когда ты начинаешь общаться с людьми, когда ты начинаешь разбираться в той или иной ситуации и копаться глубоко, а не на поверхности, то ты понимаешь, что действительно все идет из семьи. Элементарный пример. Растет ребенок. Для ребенка слова родителей – это истинное отражение реальности. Ребенок где-то делает уроки, но он при этом слышит, как родители его на кухне разговаривают. Жена приходит с работы, говорит своему мужу, предположим, Коля, у меня там подружка Светка, такую машину классно купила, у нее бизнес в гору пошел, я так за нее рада, давай пойдем, она нас позвала обмыть эту. Это классное событие, на что муж отвечает: ой, да ладно, все мы знаем, как эта Светка машину купила, и как она на нее заработала, и чем она на нее заработала. Все мы это все прекрасно понимаем. О каком ты бизнес-плане говоришь? О каких образованиях ты говоришь? Это все полная ерунда. В нашем государстве все мы знаем, как это все делается. Все, не надо мне ничего рассказывать, ну зовет, окей, пойдем. Ребенок это раз услышал, второй раз услышал. Если родители способны на такое, если они могут об этом говорить, неудивительно, что ребенок вырастает таким же. Я бы могла порекомендовать просто обращать внимание на тех людей, с которыми вы общаетесь. Понятное дело, мы родителей не выбираем. Но
У нас есть не только близкий наш, самый первый основной круг общения, это семья, но у нас также еще есть и друзья, товарищи, коллеги и так далее. И все они тоже влияют где-то на нас. Поэтому нужно очень выборочно относиться к людям, с которыми вы общаетесь. И не позволять, если вы понимаете, что это неправильно. А когда человек понимает, что это неправильно? Когда он после общения идет и понимает, что он сделал что-то не совсем хорошее. Он вроде бы осудил какого-то человека, совершенно не зная все ситуации изнутри. Он вообще, может, даже плохо знает этого человека, но при этом он уже сделал какие-то выводы, позлорадствовал, придумал, надумал много ситуаций, развил эти ситуации, поверил в них сам, но все равно он где-то поймал себя на мысли, что он сделал что-то нехорошее. Когда я получила это сообщение, я понимаю, что девушка, она понимает, что она делает что-то нехорошее, и она хочет от этого избавиться. Так вот, чтобы от этого избавиться, первое, это нужно принять это, что вы уже и сделали. Потому что, написав об этом, вы это принимаете, вы понимаете, что это не есть хорошо. Ну, а второе, это, конечно же, нужно поменять круг общения, либо же выстроить границы. Вы должны обозначить, что вы меняетесь, что вы растете, и что для вас это уже модель общения неприемлема. Умейте ставить границы, умейте показать, что вы, кто вы, что вам нужно, что вы не просто человек, который вот попал в такую компанию, где вот все так себя ведут. Ну что ж, я попала, значит, я буду так себя вести. Нет, а вы личность, у вас есть свое мнение, и есть то, через что вы не готовы перешагнуть. А вот эта вот модель общения, она ведет вас вниз. И вы с этим не готовы мириться. Ну и, конечно же, я могу пожелать вам только лишь своих классных, хороших людей на пути встречать, которые вас будут наполнять, воодушевлять. И дай Бог, чтобы таких людей в вашей жизни было как можно больше. Как раз таки, когда я пришла к Богу, да, я очень сильно переосмыслила свою жизнь, свое поведение, свое отношение, свои взгляды, свои цели, вообще амбиции, все. Последний был вопрос, вопросов было очень много, но последний вопрос в этом ролике я бы хотела ответить по поводу Москвы. Очень было много вопросов, Мира, когда ты переедешь, ты об этом говорила. Я когда буду в Москве, я сниму отдельное вообще видео об этом, и почему я решилась на этот шаг, и вообще зачем мне это нужно. Честно, просто хочу сделать себе квест такой сложный для себя и посмотреть, открыть себя, посмотреть, на что я способна. Как бы сейчас это глупо ни звучало, при том, что я очень рациональный человек, я все продумала до мелочей, я все рассчитала, я все спланировала, и буду в Москве 5 мая уже, но при этом я считаю, что я выйду на новый уровень и выйду из привычной для себя зоны комфорта. Поэтому одна из причин – это в этом. Надеюсь, что вам мое видео понравилось, показалось информативным, интересным, полезным. Я буду рада, если вы меня поддержите, и, конечно же, я буду благодарна за ваши комментарии, потому что каждый комментарий я прочитаю, и для меня это очень важно. Я вас всех люблю, целую, до новых встреч, пока!